Всем привет! Сегодня я готовлю фатир, или же слоеную лепешку с луком. Понадобится минимальное количество ингредиентов, а получается очень сытно и вкусно. Вот такие ингредиенты понадобятся: мука, вода, растительное масло, соль, перец и лук. Приготовим тесто. Берем 300-310 грамм просеянной муки. Сюда же добавляем 200 миллилитров воды, половину чайной ложки соли и 2 столовые ложки растительного масла и замешиваем сначала ложкой. Мука у всех разная. Если видите, что тесто получается такое слишком мягкое, тогда можно немножечко добавить еще муки. И дальше минут 5-6 еще хорошо вымешиваем наше тесто на столе. Также еще на столе я добавляю муку. Добавляю муку постепенно для того, чтобы легче было замешивать тесто. Так как если сразу оно будет тугое, будет неудобно его замешивать. В итоге получается, что у меня уходит где-то 350-360 грамм муки. Но смотрите, так как мука может быть разная. Вот так еще немножко нужно его замесить. Вот такое хорошее тесто получается. Оно не сильно мягкое, но и не сильно тугое. Такое среднее. Сейчас укладываем его в мисочку, накрываем и оставляем в сторону, пускай оно немножко отдохнет. Тем временем подготовим начинку. 2 средних луковицы нарезаем тонкими полукольцами. Солим по вкусу. Перчим. И вот так хорошо переминаем руками, чтобы лук пустил сок и стал более мягкий. Тесто для удобства разделяем на 2 части. Берем одну часть, немножечко вот так приминаем еще, вмешиваем. Присыпаем мукой и тесто, и стол. И раскатываем в очень тонкий такой прямоугольник. Вот такой тонкий пласт теста должен получиться. Сейчас немного смазываем полностью растительным маслом. Начинку разделяем на 2 части и распределяем вот так. С одной стороны тесто. Вот так. И аккуратненько вот с этой стороны начинаем заворачивать. Не очень плотно. Полностью заворачиваем вот такой рулетик. Немножко вот так закрепляем в конце. Форму для выпекания смазываем растительным маслом. Берем наш рулетик из теста и вот так, начиная с середины, скручиваем его вот в такую лепешку. И таким же способом начиняем вторую часть теста. Ну вот, берем наш второй рулетик,
Немножко между собой их вот так скрепляем и по кругу, также вот так по кругу аккуратненько укладываем. Теперь руками немножко нужно нашу лепешку растянуть, чтобы она стала более такой тонкой и плоской. Насколько это возможно. Но смотрите, чтобы тесто нигде не разорвалось. Вот такими движениями по кругу очень хорошо растягивается. И аккуратно вилочкой по всей вот поверхности вот так немножечко делаем вот такие проколы. И хорошо смазываем полностью растительным маслом. Духовку разогреваем на 210 градусов. Ставим выпекаться примерно на 20-25 минут. Но в любом случае нужно, чтобы верх хорошо подзолотился. Но все равно же смотрите по вашей духовке. У меня прошло примерно 28-30 минут. Слоеная лепешка с луком полностью готова. Вот так просто и быстро получается вот такая вкусняшка. Очень рекомендую. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем приятного аппетита!